развеивать мифы. Мифов целая куча, да, во всем. А что будет со мной, если я буду есть и пить витамины? А нужны ли они мне? Аминокислоты, о боже, что это такое? Белок, я стану сумасшедшей огромным. Мне нельзя поправляться, я поправляюсь от воды. В общем, всякое разное, да. Когда что-то приходит в производство новое, это всегда вызывает какие-то страхи у людей, да? В первую очередь страхи. Это не то, чтобы «Ура, давайте пойдем и купим». Это, как правило, так «Я не хочу, это страшно, я умру», да? И все вот. Вот эти мифы, некоторые из них, они прям укоренелые, прям стена, прям не разбить. И периодически какие-то спикеры говорят о них, говорят, но я, наверное, один из, который постучусь в стену. Возможно, кто-то уже для себя эти мифы раскрыл, для кого-то это что-то новенькое, может, что-то вы для себя почерпаете, какую-то информацию. Но еще перед тем, как начать прям вот все-все, я не хочу, чтобы вы думали, что вот она, я такая пришла и начинаю вас агитировать, есть только таблетки и все такое. Вот, пожалуйста, вот сразу, да, не ешьте только таблетки, да. Я вам просто рассказываю о другой стороне мифов, чтобы не так было страшно их пробовать, окей? То есть все, Ева не сумасшедшая, которая на завтрак, обед, ужин и перекусы ест таблетки. Нет, я просто расскажу о них немножко побольше, да? Да? Да. Да? Окей. Миф номер один. Сбалансированное питание даст тебе все необходимое. Ничего не говорите, ничего, потому что вы имеете полное право думать так. Абсолютно полное право, и я не буду с вами спорить, ни в коем случае. У меня просто есть несколько фактов, и об этих фактах я скажу. Значит, почему, вообще откуда я взяла этот миф, да? Я очень часто общаюсь и с спортсменами, и с обычными людьми. В процессе разговора я часто задаю вопрос: а какие витамины ты принимаешь? Вы иногда слышите такой вопрос: какие витамины ты принимаешь? И какие ответы я слышу? Вот 80% витамины. Какие витамины? Мне нужны витамины. Это первый вариант. Второй вариант: витамины. Зачем мне витамины? Я нормально ем. Да? Это второй вариант. Третий вариант: какие еще витамины? Витамины — это вредно. Ну, то есть, и только на четвертый я пью А, Б, С, Д, Е, там, да, предположим. Откуда это? Да, да. Обычно еще говорят, то есть я ем витамины осенью и весной. Вот, спасибо, да. Говорите со мной, это будет отлично. Да, вот это вот, ну так вот, осень сейчас, все, фрукты, овощи, я наедаюсь витаминов, как медведь, да, там запасаюсь какими-то. Интересно, вот это интересно, кстати, было бы так вот немножко копнуть и узнать, почему так люди думают. Вот я как бы сейчас наемся, что там вишни, да, яблоки, всего наемся и буду всю зиму сидеть такой весь здоровый. Это бабушки. Да, вот, наверное, все-таки мифы пошли откуда-то оттуда, когда еще все там было хорошо с экологией, да? Только сейчас 2015, и все очень грустно. Ну, с экологией в смысле грустно. Итак, значит, по фактам. Определенный факт. Еще на сегодняшний день нет в мире ни одного клинического исследования, которое вот так вот взяло, написала: да, сбалансированное питание полностью снабдит ваш организм всеми необходимыми нутриентами, бум-печать. Ну нет их. Ну то есть как бы все говорят, что пожалуйста, кушайте правильно, однозначно кушайте правильно, обязательно, только и правильно кушайте. Но нет ни одного клинического исследования, которое было проведено, ну хотя бы с одним человеком, который вот с самого рождения, там до 90 лет, ел только правильную, вкусную, органическую еду, и полностью снабжал себя всеми витаминами и минералами. Еще я сразу хочу заметить, что я буду говорить с наклоном на endurance athletes, да, то есть обычный человек, ну вот который просто, да, в принципе, ну, выживет без витамин, да, но мы говорим об endurance athletes, то есть вот это вот ключевая штука, и я все время буду вам напоминать о ней, да. Ну так вот, ну нет исследований, не знаю, поэтому, может быть, если кто-то из вас может делать какие-то исследования, может быть, стоит попробовать, да, это какая-то новая такая ниша, может быть, может что-то попробовать, это первое. Второе, значит, ну, мы все, конечно, пытаемся питаться правильно, да, но, как правило, показало, что не все, ну, очень маленький процент людей прям питается все время по часам, да, все время старается употреблять пищу вовремя, никаких читмилов, все просто как по часам. Ну, согласитесь, мы все пробовали, и у нас бывает там, читмил, да, съем сегодня то. И получается, что одно на одно, или даже если вы кушаете правильно, сегодня вы идете в ресторан, заказываете себе салат, ну, это правильно, да, Ну, только вот что в салате? Там еще и сыр положили, там еще и маслом полили, тут еще и чего-нибудь добавили. Оп-оп-оп-оп-оп. Это собирается в то, что опять несбалансированное питание, да? То есть мы как бы думаем, что мы едим правильно, и как бы нет. Это тоже факт. И третье. Вот здесь я кое-что написала, выращенное локально. Потом я подумала, мне стало смешно, потому что если мы что-то будем выращивать около Москвы, и это локальная еда, наверное, не совсем правильно, да? Но я имею в виду local organic food, когда это в Штатах, да? Там можно оградить, спрятать и растить, да? Я не знаю, насколько это делается в России, но... Фермерские всякие рынки, из окрестных областей люди привозят еду. Вот, да-да-да. Ну вот у меня только вопрос, проверить бы вот эти все продукты. Угу. Да, вот не все люди могут позволить себе купить органическую еду. Давайте лучше не локал, а больше органическую, да, к сожалению. Но это может быть, это дорого, это недоступно. В Москве только, наверное, сейчас появляются вот этот локал, не локал, organic food, да, появляется. Я видела какой-то в европейском на нулевом этаже такой магазин, там паста стоит 500 рублей, это просто вообще что это? Но это пропагандируется как локал. Ну, что-то, да, ну, вроде как полезное. Но я к чему? То, что опять мы возвращаемся, сбалансированное питание, ну, не получается у очень многих, да, даже я ем каждое утро, я такая молодец, я ем фрукты, я ем овощи, я все ем. Слушайте, ну я же прекрасно понимаю, что то яблоко, которое я съела, не желтеет в течение всего дня, это точно в нем железо, как бы, до свидания, совсем нет, да, банан, он весь красивый, он вкусно пахнет, но это точно не тот банан, который сорвала обезьяна у себя там в трущобе, да, и она вся здорова, это банан, который вырастил кто-то для меня. То есть вот такие вот вещи мы, в принципе, ну, не задаемся, да, особо, вот мы не думаем об этом, но это факт, это факт. Вы со мной согласны? Ну, вы можете со мной быть не согласны, это окей. Вы молчите. Можно дальше? Окей, давайте дальше. Так, значит, переходим сразу быстро. Вот почему я говорю о том, что, вот, значит, еда, да, она не вся настоящая, к сожалению, и нам нужно очень стараться есть органическую еду, выбирать ее, думать об этом, но это в идеальном мире. И тут вот приходим мы к слову, вот в русском языке это страшно. Бад. Биологически активная добавка, это просто ад какой-то, это сбор просто страшных слов, да, и многие, в принципе, реально боятся, вот это вот бад. А с английского языка, да, ну вы все знаете, да, supplementary, supplement, supplementation, кто говорит на английском, тот понимает, откуда вообще это взялось, да, потому как supplementation это и есть бонус, это комплимент, это вот пожалуйста, supplementary, да, это не bad. Это вот совсем, когда создавался продукт, не имели в виду вот этого страшного слова. Это просто добрая, дружественная добавка. Ну, они не все такие бывают, вы понимаете. Но это добрая, дружественная добавка, которая как-то может нам помочь. Поэтому было бы очень клево, если бы мы перестали говорить бад, но это нереально, ну, потому что у русского языка должен быть русский язык. Но, тем не менее, было бы клево, если бы мы могли говорить, типа, на витамину бонус. Да, или добавка вместо биологически активная добавка. Просто вернемся немножко в корень самого слова, чтобы понимать, что происходит дальше. Итак, значит, опять я хочу быстро отметить, что я не пропагандирую есть таблетки на завтрак, ужин, обед и все такое. Я просто говорю о том, что сделать атлету, чтобы у него был максимально клевый результат. Да? Одно из... Это самые элементарные правила, вы точно о них знаете, но мало ли, вдруг вы о них забыли. Цельнозерновые культуры, я точно знаю, вы их потребляете в приличном количестве. Да? Да. Ну, это логично. Локально опять убираем, да? Давайте органические продукты. Ну, это опять в идеальном мире, но если вдруг у кого-то есть возможность уехать туда, где выращивают органические продукты, вот тогда будет иметь смысл. Я объелся осенью и весной органических продуктов, может, вы что-нибудь там задержите. Чего есть нельзя? Продукты, ну, остерегаться давайте. Продукты в упаковке processed. Знаете, что такое processed продукт? Я вообще не понимаю, как это перевести на русский. Первичная обработка. Окей, потому что мы долго думали и, в общем, как-то ни к чему не пришли. Первично обработанные продукты. А фастфуд, понятное дело. Знаете, я часто вижу спортсменов, которые прибегают в Макдональдс. Мне же можно, я же все сжег, как бы да. Но опять мы сразу ломаем вот этот стереотип, как нам сделать себя сильным и продуктивным в спорте, да? Потому что когда вы идете по правильной колее, потом что-то меняется, колея немножечко как бы так вот пошатывается, и опять мы должны восстановиться. То есть я не говорю, ну, если вы очень сильно любите Макдональдс, ну окей, но как бы в моей голове это любить не надо. Все, что касается простых сахаров, это еще одна тема. Значит, я на прошлом семинаре уже говорила, вот эта вот привычка там съесть сникерс перед тем, как побежать, ну это же сахар, ну мне же это надо. Только сахар бывает разный, да? И все, что касается вот этих вот сладостей, хорошо, когда хорошо, но плохо, когда этого слишком много. И мы уже говорили в прошлый раз о инсулиновых скачках, да, мы уже говорили о том, что это сейчас хорошо съесть сахар, а к 50 будет грустно, потому что поджелудочная железа как бы устает от этого количества сахара. И даже несмотря на то, что вы его переработаете в упражнениях, да, в какой-то физической нагрузке, ну, поджелудочная от этого не легче. Вопрос, что перерабатывать? Это или это? Какая нагрузка будет? Да. Я бы про сахар, наверное, сказал, что простые сахара, да, в большом количестве, и это однозначно не полезно, но вот так однозначно говорить, что это вообще исключить, наверное, не совсем правильно. Ну, я могу согласиться. Когда мы едим и зачем, и есть как бы действительно момент, когда мы можем употреблять, но, в общем-то, без особого вреда. Инсулиновые скачки, да, как бы, но это, на мой взгляд, некий такой миф, поскольку инсулин – это транспортный гормон, который, собственно, обеспечивает в моменты, в том числе, интенсивной нагрузки, поступления вот этого сахара туда, куда нужно, и образование его энергии. А если его слишком много? Если его слишком много, тогда он откладывается туда, куда не нужно, и грузится там. Тогда я возьму 50/50, и мы можем поправить, что излишки простых сахаров. Мы договорились? Да, это будет правильно, я, в принципе, с вами согласна. То есть все напрочь, конечно, грустно будет жить, все же любят шоколадки, но излишки простых сахаров, ок, да, это понятно. Ну, кока-колу литрами, если вы вдруг отравились, выпейте кока-колы, вам будет легче, поэтому можно, да. И все, что касается искусственных сахарозаменителей, красителей, добавок. Вы знаете, это просто, ну, я не знаю, насколько это тоже получится прям исключить, потому что еда все-таки именно пичкана. Ну вот, например, человек, который, как я, который ест только там все вареное, вот, у меня вот этого даже нет вообще. Вот вообще просто не существует в моем рационе, я не знаю, непонятно. А все, что касается вот Спленда, это что Спленда? У вас есть Спленда? Это искусственный сахар, это вот этот, который, как она называется? А вот есть прям название. Вот стевия, со стевией все ок, более-менее со стевией, а вот есть вот прям вот... да, и вот эти прям таблетки, вот они не очень, знаете, от них пучит. И это не всех, и это может повлиять на ваш перформанс. Это так, это вот самое элементарное, как это показывает ваш организм, что мне это не нравится, да? Окей, значит, вот. Значит, есть еще такое понятие, значит, мы все, ну не мы все, но очень большое количество населения зациклено на потребляемых калориях, да, там, я спортсмен, и мне нужно там ориентировочно, там, 2,5, 2600, 3600, 1000, это хорошо, хорошо, когда вы считаете калории, но не хорошо, когда только калории вы считаете, да, и калории калориям рознь, и просто элементарный пример, да, Твикс, 250 калорий. Если ваш рацион 2500, 10 твиксов, и на сегодня день закончился, что, куда вас эти твиксы унесут? Ну, побудьте вы в хорошем настроении 10 раз, но только еще 250 раз вы будете злиться, потому что, ну, сахар-то падает, вам же грустно, да? Так вот, что я могу съесть взамен? Вообще картинка немножко неправильная. Вообще, знаете, что я имела в виду? Вот это вот мягкий творог. Мягкий творог, который я покупаю в Избенке. 100 грамм, 43 калории. Обезжиренный мягкий творог. Там белка 8 грамм. Вы можете съесть порцию вареной индейки, да, грудки. Вы можете съесть большое зеленое яблоко, 2 огурца и 2 помидора вместо твикса. Вы понимаете, какая, да, вот разница? То есть вот здесь я поел, восстановился, клетчатка, ну, витамины, а здесь я просто съел кусок сахара, да? Ну, вот простые сахара versus нормальной еды. Угу. И вот я к чему? О том, что если вы считаете калории, это классно, но считайте, что входит в эти калории. То есть очень важно понимать белки, жиры, углеводы тоже. И какая, ну, так это, информативная, какую информацию пища несет в себе для вашего организма. Потому что каждый раз пища попадает в организм, он считывает информацию, что я могу сделать с этим, что я могу сделать с тем, что я могу сделать с этим, что я могу сделать с этим. Ну, дать тебе веселое настроение, немножко энергии, ну, там, ну, есть таких 10 штук сегодня, да, а что я могу сделать с этим? О, фу, я могу тебя восстановить, да, здесь у меня есть белок, у меня здесь есть кальций, у меня здесь есть клетчатка, да ты наешься, и у тебя гликемический индекс будет невысокий, да, ну, то есть понятно, поэтому и те из вас, кто только считает калории, у меня была знакомая, которая всю еду под калории подсчитывала. Она такая: о, отличненько, мне осталось еще 300 калорий, что я могу съесть? Сникерс! И она это ела. То есть это просто было какой-то анриэл, и невозможно было объяснить человеку, что не в калориях весь прикол. И она не худела. Ну, понятно, она не худела, потому что вся жизнь ее была в калориях. Это понятно, ребят? Да? Ок. И я только что сказала, типичные ошибки, когда считаем только калории, забывая про количество нутриентов, белки, жиры, углеводы. Много соли. Мы сейчас говорим о endurance athlete во время восстановительных мероприятий. Что такое восстановительное? Понятно, что у вас есть сезон тренировок, да, потом вы выбрасываетесь в восстановительный период. Логично, да? Когда вы заканчиваете восстановительный период и входите обратно в зону тренировки, вы планируете свой определенный вес. Логично, да? Чтобы не было никаких там проблем с суставами. Ну, так делают. Вы так делаете? Да, да. Ну, многие из вас так делают. Так вот, в процесс восстановления, как правило, это такой ом-ом-ом-ом, ем-ем-ем-ем-ем. И очень много продуктов содержит соль. А соль делает что? Задерживает воду. А что будет? Вот это я люблю. Все, это очень клево, что вы знаете. Значит, вода задержалась. Дальше что? Отеки. Раз. Правильно, но я говорю, когда ее целая куча соли. Так, еще вода сидит, сидит. Почки, кто сказал почки, почки, почки? Ну, кстати, а почему почки нет? Почки нужно тренировать. Так же, может, тренируемся? Не, они не могут. А прикол в том, что не могут почки-то вывести воду. Соль, она абсорбент. Почка-то бы с радостью так сидит, внутриклеточная жидкость сидит, все сидит. То есть, ну, мы еще и в весе прибавили, да? И вы вот элементарными словами, никто вот туда не лезет. Все становятся на весы и говорят: еще, не доедаем белок. Вот это как раз-таки про endurance athletes. Не всех, но есть такая тема. Значит, endurance athletes немножко боятся белка. Боятся белка, потому что боятся увеличить мышечную массу. Не просто массу, а мышечную массу. Есть такая тема? Ну, давайте честно. Ну, чё, вот поэтому я здесь и сижу, в принципе. Ну, это очень клево, если у вас нет. Вы большущий молодец. Только я и вы, и еще 5 человек. А нужно донести в массы. А проблема в том, что как бы как-то вот это вот миф о том, что я съем белок и все. Все, ой, я сейчас наращу себе мышц целую кучу, как я бегать буду. Даже так вот. 10 килограмм сидите, ничего не будет. Конечно. Руку вам жму. Но мы к этому дойдем. Мы должны до этого дойти медленно и спокойно, потому что есть люди, которые сейчас так пиу-пиу-пиу-пиу, что она говорит, поэтому мы спокойно. Не доедаем белок. Это типичная ошибка, особенно восстановительный процесс. Я в прошлый раз уже говорила, что все ваши результаты как спортсмена будут зависеть во многом от вашего восстановления. Это логично? Потому что вы можете сжать педаль в пол во время тренировок, но когда вы приходите домой и начинается процесс восстановления, а в этот процесс ходит побегать по магазинам, постирать, поумыть, то-то, и весь восстановительный круг просто закончился, вы не восстановились, завтра результат ваш. Круто, если останется прежним, но, как правило, он уходит вниз, да? Так вот, одно из правил восстановления – это белок, и мы его не доедаем просто от страха, что мы станем слишком мышечными, слишком здоровыми, мы это обсудим. не замечаем потребление трансжиров. Ну как мы, ну, часто вы вообще смотрите на наклейку, смотрите, у трансжиры, я не буду это есть. А что такое трансжир? Мы вот на прошлой семинаре говорили, кто помнит, кто знает. Жареное масло? Да. Создала ли природа трансжир или все-таки это создал человек? Человек. Как вы думаете, ну так как мы все-таки... Наш организм любит, наверное, то, что создала природа, да, в первую очередь, и считывает эту информацию вот так. А то, что создал человек, трансжир, как вы думаете, он к нему относится? Он думает, что это. Думает. Жир. Потому что, ну, сколько можно, непонятно, что это, как это считать, что с этим делать вообще. Что это такое, кто-то принес, я этого не создавал, оно съело, что с ним делать. Поэтому, ну, как правило, это все сидит в сладостях всяких, да, там. Всяких вот этих processed food, о которой я говорю. Просто обратите внимание, иногда трансжиры, да, потому что у вас будут обычные жиры на этикетке, а потом еще транс, а потом будет saturated, да. Вот обратите внимание на транс. Просто как бы немножко так отодвигать их. Есть еще одна проблема, связанная с тем, что производитель не обязан указывать, что это трансжиры, поэтому часто написано там или растительные жиры, или растительное масло, и многие просто не обращают внимания на то, что это гидрогенизированные жиры, а не оливковое масло. Или просто пальмовое масло. Да, вау. Да, может быть, делайте ресерч. О, смотрите, вот вы же практически, да, если вы занимаетесь спортом, у вас есть какая-то более-менее там планированная план питания, да? Вы знаете продукты, которые вы покупаете каждый день. Вот сели один день и сделали полный ресерч. Что может быть в этом, если позволяет время и если вам реально интересно. И, возможно, какой-нибудь продуктик содержит целую кучу трансжиров, а мы не знаем. Хотя вряд ли, но мало ли, да? То есть посвятите этому какое-то время, но это же все-таки в первую очередь вам нужно, да? Забота о организме – это прям святое. И пятая типичная ошибка – недополучаем микронутриентов. Микронутриенты, витамины, минералы, да? Ну, это понятно. Почему мы не получаем? Вернемся к истокам. Итак, значит, про яблоко я сказала. Яблоко, которое вы едите, желтеет сразу? Да. Классное яблоко, кто у вас там ест? Есть, но оно прям должно быть желтым. Вот. Оно чернее. Оно чернее. Ну, в общем, я не знаю, у вас же были там бабушки, дедушки, дачи, деревни, вот это вот все, вот это. Нужно есть яблоко, которое червивое. Если червяк ест, значит и человек может. И мне кажется, что даже если червю сделать дырку в зеленом нашем яблоке, гала, например, да, вот я ем гала, они гала здесь называются, гала? Блестящие, зеленые, квадратные, грубо говоря. Как? Голден гала. Червя туда посади, мне кажется, он такой, и просто, да, и пойдет искать что-то другое, ну, грустно, как бы, да. Это первое. Вот опять к бананам я возвращаюсь, что если бы это банан, который нам манки сорвала и принесла, то она бы не ошиблась, она по запаху поняла. Этот банан не растил человек, да, это элементарные вещи, ну, там, корова. Что ела корова перед тем, как дать молоко? Сено? А вы уверены, что она ела сено? Нет, ну, конечно, можно приехать туда и спросить, что ела эта корова. Рыба. А вы уверены, что рыба ела то, что вы думаете, она ела, чтобы синтезировать омегу? Или же она ела корм? Потому что очень многих рыб кормят кукурузой. И она научилась ее жрать. Это самое ужасное. И она просто теперь жиреет, потом умирает. Вот. А мы и я идем в магазин, покупаем рыбу, гладим себя по голове, говорим, ай, какие мы молодцы, сколько белка, целую кучу мы получили. Ну, страшненько, да? И, в общем, вроде мы все правильно едим, а микронутриентов мы все равно недополучаем. Почему? Потому что как раз-таки есть эти holes, эти дыры в настоящих продуктах, да? Это типичные ошибки, это понятно. Вот. Значит, а кто-нибудь знает Миснера? Дядьке 70 лет. Он в ассоциации... Плохо выглядит. Подождите, ну, может, ему уже больше. Он очень старый. Но он такой живчик, он бегает в сумасшедший марафон и берет первые места. Последний его марафон был, конечно, на тредмилл. на беговой дорожке, ибо, наверное, он уже просто не может бежать как по-человечески, но он является членом Ассоциации спортивной медицины в Америке, да? Очень авторитетный дядька, очень много пишет всяких статей, я тоже иногда читаю, ну, просто интересные, доступные вещи. Вот он сказал одну очень важную штуку, которую я для себя, ну, прям хайлайт, вот это для меня просто осталось в голове и прям как-то грустно. Вот что он говорил, что в 1940-х годах атлеты, которые ели просто еду, просто еду, они получали 100% полезных веществ из этой еды. На сегодняшний день атлеты, которые едят эту же еду, получают всего лишь 11. Вам о чем-нибудь говорит? А ему нужно, атлету, восстановиться. Не забываем, что самая главная задача спортсмена в его восстановлении – показать хороший результат. Ну, 11%, вот как-то так. То есть, как максимально мы можем это улучшить? Органическая еда? Ну да. Если есть возможность. Что-что? 9 раз больше ест. Да, или есть 9 раз больше, офигевать от того, что оно переваривается в 9 раз дольше, но как бы пытаться тренироваться, да, ну как-то... Все делалось by research. У них огромная организация, то есть все, что касается Американской ассоциации спортивной медицины, они просто, ну, не знаю... Это вся их работа. Research, research, research. И все, что они делают, ну, я думаю, что я точно не знаю, я могу как-то постараться узнать, но мне кажется, что дядька такого класса просто так бы цифрами тоже не кидался. Но это хороший вопрос, мне надо было узнать побольше, мои извинения. Но, тем не менее, вот какие данные есть, мы можем верить, можем нет, да? А можем загуглить и посмотреть. Да, миф. Витамины и минералы опасны. Я могу согласиться с этим в одном случае, если эти витамины А и минералы просрочены, реально опасны, Б непонятной фирмы, вообще непонятные. Откуда, кто, сколько они на рынке, откуда они это берут, какая у них лаборатория, а есть у них вообще лаборатория, а может быть это пилюли раскрашены в разный цвет, тогда да. И знаете что, вот этот миф существует только в странах СНГ. Это самое интересное. И тогда я начала копать, откуда этот страх к витаминам, к минералам, да? А, я думаю, вы что-то хотите сказать? А, нет, окей. Откуда этот страх? У вас есть какие-нибудь идеи, откуда мог возникнуть страх в СССР по витаминам и минералам? За подделки. А почему были подделки? Занавес, так, а надо же было что-то продавать, это один вариант и очень клевый. Еще есть какие-то варианты? Почему люди до сих пор верят в то, что... Организм перестает сам вырабатывать. Спасибо, я обожаю вот это вот. Это вот организм перестает сам вырабатывать. Я в прошлый раз уже тоже говорила, знаете, такая из темы, типа там, ну, предположим, у меня там есть сын Ванечка. Я говорю, Ванечка, вот 3 месяца будешь есть апельсины, а 4 нет. Потому что организм твой, не хочу его баловать, он начнет еще, он забудет, как вырабатывать витамин С. Так что вот, поел апельсинку, все, 3 месяца не ешь. Мяско тоже будешь, недельку поешь, 2 отдохни, потому что железо перестанет вообще. Ну, то есть вот такие вот вещи, никто не вникал, вот, ну как это вообще, как такое бывает, да? Но типа да, организм перестает вырабатывать. Но я к этому прицеплю историю одну. Значит, вот я часто слышу о том, что, типа, там, не пейте витамины, в таком количестве ваш организм вообще разучится. И почему разучится? Ну, вот я чувствовал, я помню, когда я пил витамины, мне было хорошо. А как только я перестал витамины пить, я заболел. Или там что-то со мной случилось. Я слышала такие истории. Ну, мне, конечно, стало интересно, что это за витамины. Там, мне, конечно, не дали прям... как это, бренд, да, но я предположительно к этим годам, вот когда человек это делал, стала смотреть, какая была продукция. Я не буду ни наговаривать ни на какие бренды, я не имею просто права, но, значит, в свое время мультивитамины в России, вот в СССР, да, особенно местные, грубо говоря, они делались с большой дозировкой витамин группы В. А сами знаем, да, витамины группы В – это как минимум энергия. То есть человек, когда принимал эти мультивитамины, он был заряжен. Да, вот просто заряжен, вот сейчас батарейка, да, это такой мини, я не знаю, предтреник, что ли, да, в таблетке, мини-предтреник в таблетке, вот он весь такой веселый, заканчивается его пачка, ну все, он типа, ну, как ему же сказали, он набрался витамин, он сияет, просыпается на следующий день, не принимает вот это экстра, да, витамин В, группа В, и грустно ему на клеточном уровне, на психологическом, грустно. Все, упадок сил. И он подумал, точно, вот оно и закончилось. Вот и мой организм разучился вырабатывать витамины, пойду и не знаю, что же мне делать. Вот откуда взялась вот эта вот история про то, что а почему это я пью все клево, а перестал пить, все испортилось, потому что организм разучился, грубо говоря, он выключился и все. Это абсурд. Единственное, на что я могу опираться, это на то, что вот в свое время клали, реально сравнивала, очень большая дозировка витамина группы В, и там 50 миллиграмм витамина С. Это хорошо, если 50, их там может быть 25, там при суточной норме, да, там 500, ну это ничего. Но люди верили свято в то, что все, выключился организм, да. Это что касается мифа. Итак, значит, есть, помните, может быть, кто-то когда-то читал, застал, витамин Е или любые антиоксиданты могут привести к смерти. Кто-нибудь когда-нибудь видел такое? Просто я знаю, что были такие исследования. Вы когда-нибудь слышали, нет? Нет. Это было очень, ну как очень, 30 лет назад, да? Все только там, ну, как говорится, research, на research, на research. И все говорили, витамин Е, пфф, вы что? Это страшно, не вздумать. Антиоксиданты зачем? У вас есть в организме. В общем, и знаете, откуда это было? Из исследований. Ну, а раз это из исследований, ясный пень я пить не буду. А потом оказалось, что эти исследования были проведены, я сейчас быстро отмотаю, они еще говорили, что антиоксиданты, да, ни в коем случае не будут бороться с, ну, скажем так, если вы раком не болеете, да, но есть какие-то предпосылки, ну, там, ДНК, там, по роду, да, то есть даже если вы будете пить антиоксиданты, не поможет, никакие витамины не помогут, все, да. Ну и что оказалось? Оказалось то, что когда они делали все вот эти исследования, они делали их с людьми, которые уже болеют раком, у которых уже плохое состояние с сердцем, ну и, конечно, они сказали, что эти люди умирают, умирают от таблеток. А потом это вскрылось, и вскрылось, и оказалось, что, ну да, ни один антиоксидант не вылечит вас от рака, это смешно. Ни один витамин Е тоже не вылечит, он только для здоровых людей может быть, скажем так, как более-менее барьером от этих страшных болезней, да? Так что очень много лет на это понадобилось, на то, чтобы перевернуть и все-таки доказать то, что витамины полезны, да? Еще, ну это я рассказала, и еще вот такая вот штука, значит, опять же, я не пропагандирую есть таблетки, но нужно понимать просто, кому, какие, во сколько, когда нужно. Потому что, например, атлет там, Евлампий, которому 65 лет, не нуждается в определенных витаминах, как нуждается там, не знаю, какое-нибудь имя дайте смешное. Ну, какое-нибудь. Ну, без разницы. Она без разницы, ей 24, и вот ей не те витамины нужны совершенно, да? Поэтому, если я иду в магазин, и как это раньше было, мультивитамины для всех. Что это? Один как-то вроде как есть результат, второго нет, третий вообще не понял. А почему? А потому, что на все свои вещи, да? Поэтому, если вы понимаете, что вам надо, и будете принимать это. Вот, например, у вас тренировочный сезон, вы пьете там ты-ты-ты-ты-ты-ты. И диета у вас, тарарара, вы смотрите, где какие дырки, что вам нужно для хорошего перформанса, да? Потом у вас идет короткий восстановительный период. Короткий восстановительный период – это 48, 24, ну, иногда у кого-то 3 дня, да? Вот столько часов. В этот момент, так как вам нужно быстро, вы восстанавливаетесь определенными вещами. А потом у вас идет recovery process, да, это там 2 месяца, 3 месяца у каждого спортсмена по-своему. Вы пьете совершенно другие дозировки, совершенно другие вещи. Это имеет смысл, потому что потребность организма на сегодняшний момент разная, да? Кто-нибудь как-нибудь так думал хотя бы? Ну, давайте честно, кто-нибудь так делает? Ну, это вы какой-то просто уникальный человек слева. Нет, ну реально, кто-то так делает, вот кто-то знает, что, окей, значит, завтра у меня отдых от тренировки, значит, мне нужно съесть тынь-тынь-тынь-тынь, из еды хотя бы. Это от вида спорта зависит. Нет, но любой вид спорта требует своего отношения к recovery, к восстановлению, да? О, да. Что, мозги попитать, а попа сидела долго, надо восстановить, знаете ли. Так вот, кто-то делает такие вот вещи. Спасибо, спасибо. И вы, конечно же. Ага, вот, да, да. Ну, а дальше как? А остальные как бы, ну, что, я нормально ем, мне все хватает. Ой, что-то я сегодня так плохо пробежал. А что это? Я не выспался. А, не, мне босс позвонил, наорал. 100%. Нервы. А как бы там внутри немножко недовосстановились, немножко ткани не доросли до нужного, скажем так, это очень грубым языком, уровня, да, немножко витаминчиков не хватило, а тут еще иммунка подсела. И, в общем, столько дел у организма, а тут ты бежать куда-то собрался, ну, и все, мы свалили на директора, да, это, как правило, это типичные ошибки. Итак, тут есть кое-что. Так как я говорю о endurance athletes, да, значит, как я вижу этот мир? Я вижу этот мир следующим образом. Значит, есть человек, да? Идеально, к чему мы стремимся, это если человек здоровый, верно? Мы все хотим быть здоровыми, здоровый человек. Здоровому человеку, как правило, нужно что? Essential vitamins, ну, чтобы он кушал там правильно. Ну, логично, то есть ты можешь, сначала ты человек, вот так. Потом ты хочешь стать здоровым человеком, логично? А вот если ты здоровый человек, возможно, ты превратился в атлета. Ты использовал правильно свои физические способности и стал атлетом, да? Но чтобы стать атлетом, продолжать быть атлетом, этого очень мало. Вас надолго не хватит. Опять же, возвращаясь к истории про давить в педаль, это вот, и таких очень много перегоревших атлетов. Атлеты, которые давят, 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 в один прекрасный день пух, выключился, все. Это минимум травма, максимум до свидания вообще, да? Так вот, чтобы быть атлетом, ну, это тоже как бы сначала нужно быть здоровым, но самый пик и то, к чему каждый из вас должен стремиться, это быть здоровым атлетом, да? Потому что, знаете что, вот иногда я встречаю людей, и я говорю там, а что вот, а ты кто? Я атлет. Я говорю, а ты здоровый атлет? И пауза. Потому что это очень большая редкость быть здоровым атлетом. Здоровый атлет – это атлет, у которого есть своя медицинская команда, которая заботится о нем, да? Но, как правило, до здорового их не дотягивают, их все равно потом списывают. Это в большом спорте, их списывают. Просто как вот спасибо, отделал свой… Да. Какие критерии здоровья? Вот, я сейчас дойду, да. У каждого спорта, соответственно, свои критерии здоровья. Но здоровый атлет – это тот атлет, у которого даже если есть травма, он смог ее восстановить и выйти на прежний уровень. Я не говорю о каких-то космических травмах, однозначно нет. Но если у вас есть там minimal tear где-то, ее, ну, понимаете? Да. Ее можно залечить и восстановить человека с физической реабилитацией правильно, и он сможет показать правильный результат. Если у него нет никаких пробелов, когда он делает биохимию крови, у него ничего не скачет, да, и нету никаких там негативных показателей. Но я сразу давайте вернусь с самого начала про здоровый человек. Значит, что я здесь уже как раз-таки говорю про витамины, да? Есть понятие essential, basic, база, да? Так как мы уже, ну, возможно, мы уже поняли, что с едой грустненько, да, и что все-таки, как бы нам ни казалось, что какие мы молодцы, мы все правильно едим, организм немножко недополучает. Было бы очень грамотно включить в рацион витамины, которым вы доверяете, и те, которые имеют какое-то имя. Не просто там вышел на улицу, в переулок, купил, пошел и подумал, будет мне счастье. Такого не будет. Это должен быть тоже какой-то research. Причем очень персональный, что я хочу, что мне нужно. Ну, как правило, значит, мультивитамины – это must. Я еще быстро, вы, может быть, смотрели, может быть, что-то смотрели такое, значит, семья вегетарианцев, 12 лет, это женщина, она диетолог. Никто не смотрел, это было по телевизору, вот буквально там чуть-чуть назад. Ну, да, ну, окей. Так вот, там, значит, женщина-диетолог, она там она доцент, она все, что угодно. Она решила, что все, буду вегетарианкой. Ну, не я только, еще и мой муж, еще мой новорожденный ребенок, и еще ребенок, которому 5 лет. Ну, вот так она приняла решение за всех. За ней наблюдали, за ней долго наблюдали. Ну, правда, ее новорожденный малыш получал все равно белок из молока, но она сказала, что как, я быстро отключу это все, мы едим травки, я не против, она вообще веган, она, то есть я не против этого совершенно, я немножко против это, когда это совсем малыши. Так вот, значит, она вот все 12 лет, там муж такой худой, такой вот, вот, все, в общем, ну, все довольны, она себя хорошо чувствует, но этого было недостаточно, ее попросили сдать анализ крови. Хотя бы ее, ну то есть она там, походу, я так понимаю, что детей не пустила на это дело, потому что, может, детей бы забрали там. Так вот, у нее все хорошо. Что-что? Кроме... А вы смотрели? Или вы просто знаете? Да, да. Ну, у нее спра... ну, все кроме по 12. А какие выходы? Она такая, никакие, ничего не буду делать. Ну, и просто к чему, значит, я к чему веду? Ей, ну, конечно, ей уже советовать было все бесполезно, потому что она прям укоренелый такой человек, я не буду. Но если бы она хотя бы принимала B12 в добавке, да, ну не ешь ты это мясо, ну никто тебя не заставляет, ну думай же о своем потомстве хотя бы, да, в добавке это окей, она не разрушит тебя, она тебе поможет. Вот это как раз-таки речь идет о том, что все правильно вроде ест, все молодец, да, холестерин там, ну как бы еще, все хорошо, только есть одна дыра, ее можно заполнить препаратом, и это не страшно, и ты не умрешь, а ты продлишь себе жизнь, да. Так вот, все, что касается здорового человека, вот эти мультивитамины, опять же, выбирайте для себя, смотрите, что вам именно нужно, какие ваши задачи. Если вы спортсмен, вы покупаете витамины для спортсменов, если вы спортсмен-женщина, это витамины для спортсмена-женщины, если спортсмен-мужчина, спортсмен-мужчина, у каждого свои какие-то, да, там, запросы. И что касается рыбий жир, ну, в детстве всем давали рыбий жир, да. Ну, наверное, не просто так. Рыбу вам же не выжимали, да? Но все относились нормально к этой добавке, а это тоже как бы добавка. Ну, как бы добавка, ну, вот что ж никто из родителей не ходил и вот так не говорил, моему ребенку БАД, какой кошмар. Нет, все детки принимали БАД, но никто ничего не говорил. БАД, тот же рыбий жир, просто теперь он не вонючий, не противный, а вкусный. Даже есть конфетки для детей рыбий жир, так что вы знали, так на будущее. Ой, это очень странно, конфета рыбий жир. Ну как бы она, да, это совсем не то, что мы все думаем, это не гадость. Так вот, значит, вот я здоровый человек, потом я, потому как я здоровый человек, я умею правильно обращаться со своими потенциальными там возможностями, я перехожу в стадию атлета. Есть понятие important, есть понятие very important. Все, что касается important, ну, понятно, что витамины группы В, да, есть, между прочим, много спортсменов-вегетарианцев, и ничего, все окей, просто они употребляют добавки, да. Фолиевая кислота тоже витамин группы В, понятно. Пробиотики, ребят, я знаю, при любом раскладе, каким бы видом спорта вы ни занимались, пищеварение иногда играет с вами злые шутки, да? Вы можете что-то попробовать, это что-то у вас плохо переварится, потом вы не можете бежать, и вам тяжело и трудно, а еще вы не любите кисломолочные продукты, и, в общем, короче, пробиотиков маловато. А все знают, что такое пробиотики, да? Полезная бактерия, живет в кишечнике, окей. Она нам очень нужна и полезна, да? Если вы не знаете, вы говорите, я не знаю, расскажи. Вы знаете, окей. Так вот, и вы сами знаете, что иногда, там, например, вы можете пробовать какие-то новинки, да, там, те же гели, и не пойдет, вот не пошло. А есть такой вариант, что если бы были пробиотики, достаточное количество, вы знаете, они защищают еще и от всяких ненужных бактерий, и пищеварение ваше было наладилось, может быть, и не пронесло бы в прямом смысле этого слова, да? Вот, поэтому пробиотики вообще спортсменам нужны, а так как атлет должен есть разнообразие еды большое, не всегда желудок и кишечник, и пищеварение будет относиться окей к этому, да? Но так как вы хотите же полностью снабдить себя максимально настоящей едой тоже, вам нужно пытаться кушать всяко разное, да? Ну, да. Ну, Google решил же таким способом. Ну, а если у вас, например, что-то с желудком? Отлично, прекрасный препарат, который вам помогает. Вот так? А пробиотик же не вот так. Это же просто пищеварение, налаженное, как часы. И вам ничего не страшно. Нам так не надо. Вы бежите, и вот случилось, как быть. А желудок сам сможет обрабатывать то количество пищи? Ты не можешь всегда на пробиотике сидеть, правильно? Конечно. А у вас есть пробиотики? Вы... Ты потом сможешь, как бы сам, да. То есть без них справляться. Да, вы знаете, пищи. Да. Я думаю, что... А почему? Нет, а почему? Привычка. Какая привычка? Ну вот, смотрите, первое, Он идет по принципу, как бабушка. Так вот я чуть... Да. Ну мы подождем. Давайте. Не, ну постоянно, смотрите, ты помогаешь организму постоянно, правильно? А. То есть, и потом организм сам не может. Это... Не сможет сам обрабатывать. А почему? И обрабатывать это количество пищи. Так всегда, вот жене посуду моешь, она потом забывает. А как же то, что мы говорили, что если поешь апельсинку 3 месяца, а 4 отдохни? Нет, ну, я говорю, если постоянно есть. Так и если постоянно, да. Вот буду я есть 6 лет апельсины, и потом перестану. У меня закончится витамин С. Нет, я просто к тому, что как бы на вопрос ответ нет. Окей. Это другой вопрос. Наши бабушки ели апельсины, ели свежие яблоки. Да. С дерева, что-то там, с грядки, лучок, пробиотиков-то они не ели. Как это кисломолочные продукты? Как это? Кефир, простокваша, этот цидофилин, там, да, конечно, все было. Только, знаете, там пробиотиков было миллиарды, а сейчас в кефире. Они пишут там активных столько-то, столько-то, но они все сдохнут буквально через 20 минут, поэтому давай открывай, пей быстрее. То есть вот, ну, потому что вот как смогли, так сделали. Да, вот, поэтому они-то получали, а нам вообще не повезло, а им в будущем там вообще, мне кажется, что-то станет. Да, дальше. Можно еще про фолиевую кислоту? Витамин группы В, фолиевая кислота. Ну, вообще, понятно, что если... У вас же были лекции там... или кто-то из вас новенький? Нет, таковы не имеете особо отношения к этому. Просто, например, девчонки, которые бегуньи, да, им фолиевая кислота вообще, в принципе, ну, как каждая бегунья потом когда-то станет мамой, да, поэтому нам очень, скажем так, полезно пить фолиевую кислоту, да. То же самое, в принципе, мужчины, вы знаете, да, мужчины пропивают фолиевую кислоту вместе с женщинами 2 месяца, 4 до зачатия ребеночка, нет? Для зачатия, да. Ну, говорят. Вообще говорят, что фолиевая кислота активизирует скорость сперматозоидов, а у зачатия, когда ребенок, в общем, в утробе, фолиевая кислота участвует в образовании спинного мозга. И если ее будет мало, возможно, будут какие-то патологии. И когда человек атлет, и когда он бегает, он понятно, что его ресурсы истекают очень быстро. Ему нужно, особенно женщинам, вот в детородном возрасте восполнять быстрее и кроветворение. Вы знаете, да, что когда мы занимаемся... Вообще, давайте все-таки останемся вот в нише спорта. Когда человек занимается спортом, любой физической активностью, да, что происходит при вдохе-выдохе с клеткой? Определенно. Клетки окисляются, да, мы знаем вот это вот окисление. Итак, значит, при вдохе-выдохе, при физических упражнениях, ну, понятно, что есть какие-то, скажем так, выхлопы, да. Одни из, это когда окисляется клетка, слышали слово «свободные радикалы», да, кто-нибудь слышал. Это, знаете, как я вот у нас в компании объясняю ребятам, вот есть тачка, классная машина. Все, довольны, сели, поехали, едет быстро, далеко, а расходники-то портятся. Есть такое? То есть когда-то расходник-то придется поменять, то есть она вся снаружи классная, это атлет. Он просто показывает результат, он бежит, у него все хорошо. Но есть определенные расходники, которые портятся. Это имеет какую-то аналогию, да? Чтобы было немножко понятнее, как себя восстанавливать. У вас есть те же расходники. Это там, элементарный расходник – это суставы, да, там больно, мышцы, да, это ваши расходники, да, нервная система, ваше сердце, это все расходники, да. И если, например, это про-атлет, он, конечно, свои расходники прям... очень быстро, да, если его не снабжают определенными витаминами, минералами, добавками, то, конечно, ему тяжело вот эти расходники возобновить. Так вот, один из, на что мы должны обратить внимание, это вот как раз-таки свободные радикалы, да, это вообще то, что заставляет клетку стареть, вот. Дождь. То, что заставляет клетку стареть, то, из-за чего, ну, по какой-то теории мы можем заболеть раком, да. Вообще, плохая клетка – это плохо. Да? Здоровая клетка – это хорошо. И антиоксиданты существуют в природе. фрукты, овощи, да, это все антиоксиданты. Но только опять я вернусь назад, какие эти фрукты, какие эти овощи, хватает ли антиоксидативной функции у этого овоща и фрукта, да? Поэтому существуют определенные добавки, антиоксиданты. Какие, может, вы какие-то принимаете, какие-то знаете антиоксиданты? Коэнзимку 10 есть такое. Принимает кто-нибудь коэнзимку 10? Да? Мало кто знает. Вот обратите внимание. Потому что они в овощах и фруктах. Антиоксиданты. А вот из таких вот коэнзим, нет? Ну, вот. Кто? А, это вред бабушка, конечно, бабушка надо слушаться. Так вот, мы не будем прямо идти в продукцию, чтобы, дабы это не показалось никакой рекламы. Есть определенные антиоксиданты, и они во фруктах, в овощах. Есть еще такое понятие, как супереда. Кто-нибудь слышал про супереду? Не все есть определенное, да, количество. Это как бы может быть новенькое что-то здесь. В общем, что такое супереда? Это когда берешь, скажем так, 26 фруктов, и, например, там 26 овощей. Микронизируешь это все в порошочек, в баночку. Да? Конечно, в процессе микронизации производитель пытается сохранить все питательные вещества максимально, все антиоксидативные функции, да, и свойства. Все это дело в баночку. Как ты это используешь? Ну, предположим, например, у меня есть вообще несколько вариантов. Первое, вот есть у людей дети, которые не едят салаты и есть их никогда не будут. И ты знаешь, что он не будет есть салат сегодня днем в школе, хоть и пообещал. Что делается? Утром в блендер антиоксидантный вот эту супереду, там с йогуртом выпил, и ты спокоен. Ты знаешь, что ребенок получил достаточное количество, да, и витаминов, скажем так, из натуральной еды, да, и антиоксидантов. Вариант «я не люблю салаты и овощи». Ну, не люблю, не буду я есть. Я это заменяю супередой, да? Давайте, не хочу пить таблетки, я употребляю этот порошок, да? Или, я не знаю, там, мне не нравится вкус овощей, или у меня нет времени, или они плохо, да все что угодно, любой экскьюз, это, пожалуйста, супереда. Очень удобно, она бывает в таблетках, просто зелененький порошочек, да? Она бывает в порошке. Утром закинул, днем, когда угодно. Ну, ты как будто поел салат, только вот умноженное на 10. Да? Это достаточно полезная штука, особенно если кому-то, кто-то принимает уже много витамин, всяких добавок, ему реально надоело уже пить таблетки. Вот это ты сделал в шейке, можешь еще туда, например, белок, если тебе не хватает из пищи, и все, и ты спокоен, да? Это вот что касается супереды. А есть уже как бы это все, и это далеко не все пункты, да, это такие просто basic. Это все сводится к здоровому атлету. И вот здоровый атлет, дальше идет вот это вот как раз-таки восстановление, процесс, да? Кто принимает из вас аминокислоты? Ура, нас не ноль. Хорошо. Кто проводит детоксы в процессе восстановления? Молодцы. А вы знаете, зачем детоксы? Вообще, что такое детокс? Очищение. Чистка организма. Чистка организма, очищение. То есть вот опять там, что происходит? Вот в процессе тренировочном, да, клетки разрушаются, у нас очень много выбросов, то есть очень много всяких процессов, которые, чуть-чуть расходники наши портят, да. Есть такое понятие, как детокс, это когда я взяла и flush it out, вот просто все, flush it out. Кстати, с этим детоксом очень полезно сразу же после него пропить пробиотики. Вы же знаете, что когда это серьезный детокс, все субстанции из нашего организма выходят стремительно. Также стремительно выходят и пробиотики, поэтому очень будет полезно восстановить вот как раз-таки флору. Да, чтобы ваше пищеварение не нарушалось. Но детокс необходим в процессе восстановления, когда это долгое восстановление, чтобы вы, скажем так, могли обнулиться. Где-то накапливается, и что накапливается? Токсины накапливаются однозначно. Что такое токсины? Процессы распада различные, причем, например, я хочу просто быстро еще про токсины, где, например, самое легкое, да, где это может накапливаться. Вот, например, когда вы бегаете, занимаетесь каким-то спортом, вы знаете, что иногда пищеварение замедляется, да? То есть вот я бегу, у моего организма сейчас нет времени переваривать пищу, то есть все кровяные депо идут на снабжение моих мышц кислородом, питательными веществами. Соответственно, стопорится пищеварения. Ну, что это значит? Это не значит, что там у нас все стало колом или что-то плохо, да? Но процессы распада вот именно пищи могут сидеть у нас в толстой, в прямой кишке достаточно долгое время. И это токсично. И вы даже об этом знать не будете. То есть это, так, давайте прям вот очень грубо, на стенках. Токсины на стенках. То есть вы ходите, ваш стул как прежде, в принципе, все нормально, но на стенках образуются как раз-таки вот эти вот... Из чего состоят? Я не знаю, из чего они состоят. Ну, нет, нет. Ну, да, ну я же не буду говорить. Ну, процесс распада, а? Детокс вообще, если, например, вы про-спортсмен и у вас два восстановительных периода, не про-спортсмен, ну, а сколько вы тренируетесь? Ну, у вас какие-то, у вас что-то должно быть у вас, или вы вот так вот целый год просто? Да, должна быть какая-то сезонность. Ну, вот, например, если у вас летом вы потренировались, да, и у вас сколько? Сентябрь, октябрь, ноябрь, отпуск, да? Ну, двух раз детокса, мне кажется, вполне достаточно. Еще зависит, какой детокс. Детоксы бывают, например, там на 5 дней, бывает на 1, бывает на 2. Тот, который один, это если, ну, вы любитель, например, да, там. Вообще детоксы, между прочим, очень полезны тем, кто переедает еды и хочет быстрее от этого избавиться. Новый год, 1 января, детокс вам в руки. Если 2 дня детокс, то, значит, вы прилично тренировались, ну, 5 дней. Ну, там, и, конечно, и кушать надо, только очень все вареное, все очень лайтовое, чтобы все шлаки... В первую очередь детокс рассчитан вот именно на выведение всяких шлаков из прямой кишки, потому что оно прям вот сидит там, и из-за этого получается рак прямой кишки. Да, да. А как это связано с перееданием? С перееданием? Детокс связан с... А, конечно, нет. А я вам объясню, просто когда, например, ну, вы накидались нехорошей еды, да, это тоже застопорит ваше пищеварение. А детокс, так как там очень много клетчатки... Ну, если вы хорошей еды наедитесь, не важно. Нет, ну так как да. Не всегда можно количество переварить. Как помочь кишечнику вывести содержимое? Большим количеством клетчатки в первую очередь, правильно? Вот детокс содержит в себе практически, ну, он может быть жидким, в принципе, он жидкий, большое количество клетчатки. Эта клетчатка толкает содержимое, чтобы вывести его из толстой кишки. Понимаете, зачем детокс? Вот что он делает, он выводит все. Когда человек в процессе тренировки питается, да, мы говорим только о толстой кишке сейчас, что делает детокс. Когда человек в процессе тренировки питается, тренируется, бегает, его пищеварение, оно не всегда идеальное, да, и когда, ну, предположим, что-то недопереварилось, да, и потом оно там медленно, скажем так, стекает в вашу толстую кишку, да, если вы в спорте, вся кровь направлена на то, чтобы снабдить вас чем-то, ну, питательными веществами, а тот продукт распада не может протолкнуться никуда, и он оседает на стенках. Давайте про аминокислоты очень быстро, да, аминокислот химии, который превратит меня в Халка. Это одна из самых таких больших... Ну, не знаю, ну, часто говорят, часто, аминокислоты, зачем они мне, что это такое? Я долго думала, что на эту тему говорить, и, в общем, что я сделала? Вместо того, чтобы сидеть и рассказывать, какие аминокислоты нужны, полезны, какие не бывают, я решила просто pull out один конкретный research. Один, и все. То есть это конкретный факт, который я держу у себя в руках. Так как я имею, ну, не знаю, может быть, кто-то еще... доступ в Medicine and Science and Sport and Education of America, у меня есть различные ресерчи, которые я могу просто читать, print, переводить, кому-то что-то рассказывать, да? Так вот, знаете, я просто к чему, что я могла бы сидеть тут и рассказывать, что аминокислоты, ребята, ну это же восстановительные блоки, ну нам же это все надо. В общем, я решила, что все это херня, и нужно идти конкретно по факту, чтобы, да, чтобы один раз сказать и как бы и все, чтобы хотя бы развеять этот миф, что это действительно не какая-то там страшная химия и все станет с вами плохо. А в следующем, возможно, курсе мы уже будем говорить о конкретных аминокислотах, что они могут сделать для вас. Итак, значит, я хочу обратить внимание, что первый research на эту тему, а я буду говорить про аргинин, был сделан в 1997 году в Америке. То есть это как давно люди уже делали что-то, да? Я не знаю, какие ресерчи проводятся в России. Про 1997. Так я о чем и говорю, что как давно уже тогда делали ресерчи, а здесь я до сих пор не знаю ни одного ресерча, который наконец-то бы мне написал, что да, делали вот с такими-то, такими-то людьми, они сдавали кровь, вот это мы смотрели, вот это мы проверяли, все окей. Ну нету. А Америка начинала их вот просто очень много лет назад, да? Что это значит? Что проводятся постоянно исследования, чтобы еще раз доказать и доказать и доказать, что не станешь ты Халком. Да? Итак, значит, в чем заключался research? Во-первых, его делали с марафонцами. Он длился 14 дней. Значит, ребята бегали по 31 километру. Что делали? Давали им по 15 грамм аргинина в день перед тренировкой. Смотрели. Они сдавали анализ крови, анализ мочи. Ну и смотрели вообще, что будет. Будет, не знаю, там увеличится скорость бега, не знаю, выносливость, да хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь цифра поднимется, да. Первое, что показывает research, никто не умер. Уже хорошо. Да. Да, за 14 дней никто не умер. Уже неплохо, да. Халком тоже не стал. Значит, когда сдавали кровь, ребята, и причем, значит, делали два анализа. Делали анализ сразу после забега и потом через 2 часа. Ну, считали, что вот эти 2 часа восстановительные, ну, посмотреть, что-нибудь вообще там устаканится, не устаканится. Значит, результат показал следующее, что основные показатели крови, они не изменились, да, то есть все окей. Какие-то там скачки в плазме крови, там, например, там, глюкоза, жирные кислоты, они все остались на прежнем месте, да? Инсулин, кортизол, гормоны тоже никуда не поднялись. Все окей. Что поднялось? Соматотропин, уровень, гормон роста, да? Вот его показатель достаточно высоко поднялся. И еще один показатель поднялся, это глюкагон. Это то, что помогает нам, этот гормон помогает нам получать гликоген. Да? Он, грубо говоря, там, помогает нам синтезировать этот гликоген. А для чего гликоген? Продолжительности, да? А для чего гормон роста? Чему он помогает? Он восстанавливает и не дает нам разрушить наши ткани. Он помогает нам их восстановить. То есть, что получилось? Что соматотропин поднялся, гормон роста, глюкоген поднялся. Это никак не повлияло на время бега спортсменов, но это повлияло на их восстановление. Да? Конечно, в этом же ресерче они пишут, что хотелось бы продлить этот ресерч еще надольше, но это факт. Они не умерли, да. Не написали про окисозод? Ничего не написали. Ничего. Они написали просто об основных показателях крови, написали об инсулине, кортизоле, и вот написали соматотропин и глюкагон. Вот эта бумажка. В каком году это делали? В 97-м. Анализ мочи тоже, кстати, делали. Сейчас, минутку. Они написали, что в плазме уровень аргинина был significantly increased, но the level of most remaining plasma amino acids was significantly reduced. То есть уровень аминокислотный был понижен, то есть он не скакал. Он был понижен. Значит, еще миф 4. Я думаю, что только бодибилдерам нужны высокобелковые диеты, ведь они заставляют меня увеличиться в размерах. Есть такое? Нет. Не у всех, но у некоторых есть. Итак, ребята, высокобелковые диеты быстро, да, то есть у каждого есть свой протеиновый номер, это факт. Ну, скажем так, он тоже приблизительный, если вы там сильно заморочитесь, вы, наверное, узнаете свой реальный протеиновый номер. Но, значит, от чего растут? От белка растут или от разновидности упражнений? Как считаете? Ну, то есть... Сижу я, да, вот сижу я, ничего не делаю, ем 100 грамм белка, и рядом со мной там какой-нибудь атлет, который ест 100 грамм белка. Ну, то есть, как вы думаете, будет разный внешний вид? Разный будет? Да. А есть еще атлет, спринтер, и есть на марафонец. Все едим по 100 грамм белка. Мы все одинаково будем выглядеть? Все по-разному. То есть, это как-то можно линк к белку вообще? Просто прикол... Дело совершенно не в белке, дело в той активности, которая совершает мышечное волокно, да, потому что мышечное волокно, оно там делится на бла-бла-бла-бла-бла-бла, и у, скажем так, марафонца, да, вот есть там есть много частей, да, из которых состоит мышечное волокно. Есть саркоплазм и есть миофибрила. Скорее всего, миофибрила, есть такое по-русски. В общем, короче, миофибрил, да, он как раз-таки это то, что подает вот это сокращение. А следующее за ним, да, вот мы же, это кусок мяса, он вот так вот выглядит, да, грубо говоря, мышца вот так вот выглядит. Так вот, миофибрил подает вот это сокращение, а саркоплазма, она отвечает за выработку АТФ, да. Так вот, когда бодибилдер работает, ему нужен целая куча АТФ, это взрывные, и точно так же это делает спринтер, это взрывная реакция, это сейчас, да, ты сокращаешь, ты точно так же спринтуешь, много-много АТФ. А когда это переходит к марафонцу, да, все, что нужно, АТФ, конечно, но у него нет такого скачка. У марафонца это все время steady, да? Что требуется от мышцы марафонца, это чтобы миофибрил постоянно получал гликоген. Вот что ему нужно. Поэтому у качка саркоплазм будет расти, ибо АТФ надо много. Ну, надо, чем больше АТФ, тем больше силы. Мы к этому, вот, ну, к этому идем, что качки, они большие, они этого хотят, и они растят свой, да? Вот этот вот уровень, скажем так, а саркоплазм, а миофибрил, он очень маленький, вот поэтому все марафонцы очень сухие. И вот, если марафонец будет есть 100 грамм белка, и бодибилдер будет есть 100 грамм белка, у них будут совершенно разные результаты и внешний вид, поэтому белок не имеет никакого отношения к виду, да, как вы будете выглядеть, это понятно, ну так более-менее, да? Окей, ну это я сказала, и еще, ну, для наращивания, это грубым языком, да, качку это надо для наращивания массы, а марафонцу, бегуну, атлету это нужно в первую очередь для восстановления, ну, опять же, ваш результат будет зависеть от вашего восстановления, белок это строительный материал, опять же, возвращаемся как бы немножко к аминокислотам, без этого никак. Вот это протеиновый номер, это очень, скажем так, кто такой try out, да, это очень простая легкая формула. Значит, вы свой вес умножаете либо на 1,4, либо на 1,7, но тут есть немножко разногласий. То есть, смотрите, вообще нужно, если вы там всегда боялись белка, начинать с 1,2 и смотреть, как ваш организм реагирует вообще в плане пищеварения, восстановления, да? Вы пробуете, у вас все получается, окей. Дальше, например, если вы достаточно эффективно, высоко тренируетесь, да, то есть ваши тренировки достаточно тяжелые, вы выбираете либо 1,4, либо 1,7. Не забывайте, что в процессе восстановления ваша цифра должна понизиться. Ой, не в процессе восстановления ваша цифра должна понизиться. В процессе очень серьезной тренировки ваша цифра понижается, в процессе восстановления она увеличивается. Ну, это логично, да? То есть вы не все время в одной цифре прыгаете. Ну и пример. Девушка 57 килограмм, занимается спортом 2-3 раза в неделю, да? Ее протеиновый номер 57 на 1,4. То есть у нее, грубо говоря, 80 грамм белка в день. Как его собрать? Из пищи добавить. Из пищи, кстати, 80 грамм, в принципе, реально. Но только она должна реально заморочиться над едой, и каждый ее прием пищи должен быть с белком. Не всегда у всех это получается, и я в следующий раз, наверное, расскажу, что вот казеин вам в помощь на ночь, и сывороточный протеин. С утра, да. С утра. Качки делают наоборот. Это приблизительные, скажем так, продукты, максимально в которых содержится белок, вот просто из пищи, да? Значит, смотрите, если у нее было там 80 грамм в день, утром она проснулась, ну, предположим, да, она съела, где там у нас 6 грамм в яйце. У нас есть яйцо здесь? А яйца нету? А где наше яйцо? Яйцо потеряли. Не, послушайте, можно 30 дней рассказывать, чего у меня здесь нет. Я просто самые популярные продукты сюда поставила. Извините меня те, кто вегетарианцы. Что-то я не подумала. Тунец, да, мы едим вообще при этом. Поэтому, смотрите, тунец. Вот я ем тунец достаточно часто. Я, конечно, не знаю, что этот тунец ел, он еще и замороженный, он не свежий, вообще непонятно, действительно ли получает 22 грамма, но я верю в это, свято верю, да. Семга 22, треска 20, тилапия 17, постная говядина 31, индейка 26, курица 16, молоко 1,5, 6,5, да, соевое молоко, обезжиренный творог. Я специально писала благодая, правильно называется? Вы видели этот творог? Я до сих пор не верю, что он реально обезжиренный, потому что он какой-то очень вкусный. И если у кого-то есть возможность принести его в лабораторию, принесите, пожалуйста, проверьте. И что? Я так и знала. А скажите, я просто, я знала.